Всем привет, меня зовут Александр Борисович. Мы работаем в Ставрополе и его окрестностях. По-прежнему мы находимся на улице Локомотивной. Это видео мы снимаем для заказчика. Хотим показать, что мы успели сделать за эти дни. Сегодня я в майке Анапа, потому что холод нас реально задолбал. Уже 4 апреля, а на улице все у нас еще мороз ночами. Да и там не так жарко. Начнем со стен. Стены у нас все закончены. Стены закончены, откосы на окошках. Тоже мы тут делали из плитки. Откосы закончены. Так что ли? Также мы сделали, поклеили уже между потолком и плиткой потолочный плинтус с пенополистирола. То есть пенопласта. Швы еще на нем не пошпаклевали. Это уже займемся на той недельке. Также и внутри. Ниши. Или как ее правильно бы назвать. Там, где у нас находится натяжной потолок. Также галтерички поклеены. Кто у меня посмотрел мой самодельный помост, хотел также показать, что если верхнюю, если площадку, на которую мы наступаем от ногами, если ее поставить, переставить наверх, в связи с тем, что вот у нее перегородка только с одной стороны, то ее легко можно задвинуть. Вот к станку прям придвинуть вплотную. Как бы станок внутрь получается. И она место практически ничего не занимает, даже не слаживая ее. Вот здесь мы остатками клея немножко сейчас прошпаклюем. Здесь у нас силикатный кирпич. А потом пройдем его под грунтом. За ванной не будет у нас плиточки. Поэтому покрасим просто под грунтом. Это грунтующая краска. Чтобы кирпичи тут не сырели и все такое. Чтобы с ними ничего не происходило. Ну, вот на сегодня и все. Всем пока. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока.